выглядело очень фирменно, очень качественно. Это одно из лучших моих выступлений, включая вторую фабрику и эту. Мне этот номер не понравился, и мне было скучно. Что по отношению к Еве, что по отношению к Максу? Такую постановку отработать они репетировали над ней один день буквально и раскрыли себя полностью, как настоящие европейские артисты. Честно говоря, очень тяжело представить на сегодняшний день артиста без какого-либо шоу. Я артист другого поколения немножко, и для другого поколения. Я думаю, что ничего там плохого нет, что использовать декорации и шоу для интересной картинки. Аби гідно відповісти на виклик журі, цього разу Максу доведеться оголитися на сцені. Если так хочет жюри, я могу выйти на этом концерте без каких-либо постановок, спеть с микрофоном в руках. Саме так. Просто, але відверто виглядали перші виступи Барських. Я давал в детстве домашние концерты для соседей, для гостей, для тети, для дяди. Копировал артистов, там, хореографию копировал с их клипов каких-то, потом шел на дискотеку и там точно так же повторял всю хореографию, что выучил. Ще в дитинстві Макс почав писати пісні, які вже в школі наспівували однолітки хлопця. Тож частина дитячих мрій збулася. Нездійсненим лишилося тільки найзаповітніше бажання – бажання перемогти. Ще ні разу не побіждав ні в одному конкурсі в своїй житті. За стены дождя в мокрых окнах гаснет свет, только нас давно там нет. Мы не знаем, что потом, словно связаны дождем в нашем призрачном зале. Мы вошли в этот замок из дождя, только двое ты и я, и так долго были вместе. Мы спасли. И смеется нам в глаза, как не верит в чудеса. Долго были
шоу-бизнеса, а в руках известного композитора Руслана Квинты. Вот такой инструмент чудный. Всего лишь Макс Барских, сцена и фагот. Каролина, я думаю, что тебе и за Цибульскую, и за всех хватило того, что написано у Макса на руке, того, что тебе не хватало от Цибульской. Я отсюда не видно, что там написано. Там написано «секс», в общем. Прекрасно. Да. Что и выражал Макс своим номером? Песня потрясающая, эта песня «Замок из дождя». Но, как мне показалось, немножко вот песня отдельно, а образ исполнителя, актерское мастерство немножко отдельно. Немножечко было самолюбование, как я в этом ветру, а вот я сейчас упал, а вот я сейчас сюда ручку, а сейчас, а как камера, лучик попал мне свет, вот сейчас, как я? Вот я это почувствовала, ведь это потрясающая песня. Нужно было передать глубину всю. Надо работать над актерским мастерством, потому что на самом деле искусство начинается тогда, когда направлено к сердцу. Я этого не увидела. Вот так, а Таня Лорак. Наталья Могилевская, пожалуйста. Вы улыбались. Я думаю, что мои комментарии здесь излишни. Я думаю, что это наш диалог с Константином. Наверное, все-таки его комментарии должны быть. С моей стороны, Макс, ты смог один, без микрофона, без балета, я имею в виду, с микрофоном все-таки. Это было душевно, очень трогательно. Ты спел песню, которая родилась до твоего рождения, ты ее не знал. Песня реально 80-х. И ты с ней справился. Константин, я думаю, к вам. Я думаю, что, конечно, напоследок вот должны вы, Константин, сказать. Могу сказать, Макс, Алан, вы мне утерли нос. Вот сейчас я увидел вас таким, какой вы есть. И вы нравитесь мне и без декораций. Замечательно. Трогательно и душевно. Правда. Спасибо. Вот теперь надо думать вообще-то над своим творческим путем. Спасибо, Макс. Все можешь сказать у Андрея. Собственно говоря, куда это я пошла? Цифра же 17. На номер 3, 4, 5, 6 нужно отправлять. Все члены жюри похвалили, кроме Ани Лорак. Дождемся оценок. А пока хочу напомнить, что официальное радио фабрики «Суперфинал» «Русское радио». Все будет хорошо. Сложилось впечатление, что Алан Бадоев лодырничал во время этой постановки. Алан, где бегающие и суетящиеся карлики? Где крокодил с баяном? Где Черноморский флот с его маневрами? Где? На самом деле, мы действительно дали все на откуп Максиму, и это то, как он почувствовал эту песню. А мне интересно было мнение Ани Лорак, потому что кому, как не ей, красавице, артисту, знать, что такое свет, ветер, дым и красота. Артист должен дарить красоту. За Ани Лорак! Так, Макс, без света, прекрасен. Без ветра, без дыма. Макс, скажи, пожалуйста, спасибо, во-первых, за выступление. Скажи, вот как тебе без всех этих крыльев, без балета, без бэклайнов выступать одному с микрофоном и только из спецэффектов стразы на плечах у Натальи Могилевской? Ну, я просто такой, какой есть, и я честен перед зрителем. И я могу выступать с декорациями, могу без декораций, это мне не мешает. Если так нужно песне, так выразить песню, то и запросто. Ну, по крайней мере, наше жюри оценило выступление Макса, и теперь, я думаю, остается поддержать его хорошими оценками. Действительно интересные так оценки. Незамедлительно для Макса Барских. Наталья Могилевская. 10 баллов. Ани Лорак. 10. Если вы ищете 10, 7 баллов.
Константин Меладзе. 10 баллов. 27 баллов. Здесь комментарий излишне налицо. А, Макс, ну улыбнись хотя бы. Ну что ж ты такой загадочный? Он не загадочный, он почувствовал просто серьезную конкуренцию, видимо, со стороны Ани Лорак. Или Ани Лорак почувствовала серьезную конкуренцию. Макс, как ты прокомментируешь невысокую оценку от коллеги? Хочу сказать большое спасибо красивой, замечательной девушке Ани Лорак за такую оценку. Я думаю, ей виднее. Ну что ж, это письмо достается тебе, не письмо, а задание, достается тебе от организаторов нашего шоу, может быть, и от жюри. Это задание на следующий концерт. Доставай, не бойся. Да-да-да, песня в стиле шансон. Нет, что здесь? Песня в ритме танго должна позвучать ровно через неделю в исполнении Макса Барских. Если вы хотите услышать эту песню, цифру 17 на номер 3456. Несмотря на высокие оценки, 27 баллов у Макса, если вы не проголосуете за Макса Барских, мы можем его потерять уже во время голосования сегодня на сегодняшнем концерте, поэтому голосуйте. 17 на 3456.